Май 2005 года. Пять мужчин из деревни Хат-Кхрай, расположенной на реке Меконг, в северном Таиланде вышли на поиски огромных сомов. Один из них – Бунриан Джинарат, глава деревни. Бунриан Джинарат – рыбак. Река – это наша жизнь. Мы живем рядом с ней, питаемся ее рыбой. Все время берем у нее. Эти рыбаки верят, что меконгский гигантский сом – священное животное, способное принести им удачу. Рыбаки просят разрешения на ловлю гигантских сомов у духа реки Меконг. Они приносят в жертву свиней, рис, рисовый виски и благовония, чтобы дух реки позволил им поймать сома. Мужчины используют в этой охоте самую крепкую сеть. Они покрывают ей всю поверхность реки. Буи на поверхности и камни внизу не позволяют течению уносить сеть. Рыба мелких размеров свободно проплывает через нее. Рыбаки надеются, что их сеть станет ловушкой для гигантской рыбины. Установив эту западню, мужчины возвращаются на берег, где будут терпеливо ждать сома, который, возможно, так и не появится. Мы всегда присматриваем за сетью по очереди. На берегу у нас есть небольшая хижина, в которой мы проводим часы ожидания. Чтобы убить время, мы плетем корзины. Неожиданно тишину прорезает громкий звук бьющего по воде хвоста гигантской рыбы. Мужчины берутся за дело. Стоя плечом к плечу, они начинают вытаскивать сеть на поверхность. Рыба борется изо всех сил. Под ее весом сеть натягивается. Если в ней образуется брешь, улов исчезнет без следа. Но рыбаки должны сражаться. Одна огромная рыбина станет золотым кладом. Она принесет доход в два раза превышающий то, что они зарабатывают за год. Сегодня мы можем продать гигантского сома на рынке по очень выгодной цене. Это самая огромная рыба в реке Меконг. Рыбаки тащат рыбу к берегу и начинают привязывать к столбу. У берега, привлеченной видом борьбы, собралась толпа. Рыбина продолжает бороться. Ее хвост достаточно силен, чтобы переломать рыбакам кости, и поэтому мужчины весьма осторожны. Чаеват Монколчейсит, рыбак. Рыба была размером с двух мужчин, более 3 метров в длину. Рыба таких размеров становится уловом целой жизни. На рынке они выручат за нее 2 или даже 3 тысячи долларов. Жители деревни измеряют рыбину. Ее длина составила 9 футов, а вес 646 фунтов. Ученые считают, что это самая большая пойманная пресноводная рыба. Насколько нам известно, эта рыба стала мировым рекордом по ловле в пресной воде. Есть ли под поверхностью таиландских вод монстры еще больших размеров? Говорят, что в речных глубинах скрывается громадина, которой уступает даже гигантский сом.